водная индустрия в Казахстане активно развивается. С каждым годом появляется все больше молодых и талантливых дизайнеров. Носить казахстанскую одежду уже становится трендом. Mercedes-Benz Fashion Week Astana – это уникальная площадка для молодых, а также уже знаменитых дизайнеров. Сегодня первый день, самый интересный, самый увлекательный, самый захватывающий. Что же для нас приготовили наши дизайнеры? Давайте посмотрим. Готовить к тому, чтобы они ценили, понимали и с удовольствием носили наш дизайнер. Поэтому я хочу вам сказать, что мы патриоты, мы делаем акцент на нас. Отличается тем, что у нас больше количество хедлайнеров, это 4 иностранных дизайнеров. Также у нас иностранные СМИ, это Vogue Россия, Business of Fashion, стрит-стайл фотографы и, естественно, как бы другой состав казахстанских дизайнеров. И еще главное отличие – это то, что мы в этом году проводим не один день, а 2 дня. Это большое, так сказать, наше отличие. Обычно, в прошлом году 2 сезона мы проводили по одному. Прежде всего, это пиар-площадка, то есть это Mercedes-Benz Fashion Week Астана Алматы. Это площадка для того, чтобы дизайнер мог создать себе пиар, показать свою коллекцию, чтобы его услышали, увидели наши казахстанские и иностранные СМИ. Mercedes-Benz Fashion Week Астана дает перспективы нашим казахстанским дизайнерам. Это мероприятие открывает очень много дверей, возможностей на международный рынок однозначно. Во-первых, это франшиза, это помогает однозначно, потому что Mercedes-Benz Fashion Week проходит более чем в 45 странах. И, соответственно, если ты подаешь куда-то, даже, вот, например, дизайнер проучился, отшил коллекцию, выступал на Мерседесе, потом он хочет уйти работать в какой-то большой дом, тот же самый Луи Виттон и так далее, он также может употребить в своем CV участие Mercedes-Benz Fashion Week Astana. Это делает свою галочку. Көбінесе спорт шыққа жатады. Кешкі киімдер емес, ол күнделік киетін киімдер. Бір нотка пикантностьпен бірге. Және де менің осы коллекциям круизге арналады. Бірақ круиз болғанда адамдардың жобасында круиз деген ол жаңағы отпуск деп аталады ғой. А менікі отпуск – это как бы свобода мысли деген сөз.
адам же демалған кезе жаңағы ойымен Марсқа барып келеді дегенде болады. Сол соған қарап коллекцияны құрадым. Сіз үшін Mercedes-Benz Fashion Week-ке қатысу ол дәреже үлкен деп санаймын, өйткені Mercedes-Benz ол международный болып саналады. Сондықтан соған қатысқан әр дизайнерге бір балл степен төбеге көрсетті. Я участвовала сама в Алмате 2 года тому назад. Я именно специально пришла посмотреть, как же он в Астане. В Алмате он мне очень понравился. Такой формат, такой большой, был такой грандиозный. И я сейчас увидела, что этот формат сюда пришел. Наконец-то, в Астане. Мне очень понравилось, как они представили, как они выступили, дизайнеры. В особенности понравился дизайнер Ансари. Ее коллекция, конечно, она впечатляет немножко своей креативностью, такой молодостью и какой-то вот шиком. Да, очень классно. На самом деле очень радует, что в Астане сейчас проводятся такие мероприятия. И, конечно, очень радует и очень радостно, отрадно за наших отечественных дизайнеров. Потому что если публика идет, значит, ей это интересно, значит, сейчас быть в казахстанском – это модно. Поэтому я очень рада. Почаще бы такие мероприятия. Спасибо большое. Спасибо. Ну, как по мне, все прошло довольно-таки неплохо. Всегда как бы есть к чему стремиться и нет предела совершенству. Но в целом мероприятие прошло на хорошем уровне. Посмотрим завтра второй день, новые подвиги, которые будем совершать для наших посетителей. Ну, все будет в лучшем виде. Также можете рассказать вот о модели новой, которую вы сегодня представили на Mercedes-Benz Fashion Week? Модели автомобилей? Да. Могу рассказать. Да. Значит, на Fashion Week мы представили компактный кроссовер модель GLA. Также в холле находится автомобиль CLA. И вот возле выхода находятся две модели, тоже новинки прошлого года. Подошел к концу день показа. Все было модно, красиво и очень стильно. С вами была я, Асия. Всем пока-пока.